Не, ну сейчас, если здесь получится, в принципе, доехать до какого-то БТРа, ну, в смысле, до какой-то перестрелки нормальной, то, возможно, мы оценим прелести 64-е. Ну, например, к Меркове я прям вот, прям срочно хочу повернуть. Меркова проехала, блин. Меркова, мы тут, спускайся к нам, у нас весело, спасибо. Экскурсия Мерковы закончилась. Она была быстрой и болезненной. Сейчас развернусь, погодите. Пока перекурите. Жесть. Такой подвижностью у меня должно быть 1005 хп и охренительная броня. Как на Маусе. О, а вот и БТРчик, как заказывали, да еще и с пятерками. Это будет интересно. Или нет? Сейчас проверим. Ну, как будто бы мне надо... Наверное, как-то так пока тормознуться и танковать. Ой, хорошо прилетело. И... Хорошо. Блин. 87-й единственный пробивает меня. Все, не торопимся. Натанковал уже. Ну вот она. Смотри, и соточка еще сверху. От Алисы. Подарочные. Я думаю, я тут уже натанковал нормально. Два раза больше своего хп. А, ну так кросс на 187-й. Вот кто меня пробивает. Единственный, кто меня пробивал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Поехали. Ой, тоже бедняга без увейнов. Ой, какой вертухан залетел. Норм. Норм, идем. Блин. Меркова. Не уходи. Не уходи. Так, что, фокусируем Меркову? Ти-ти-ти. 3, 2, 1. А воинов нету. Я пока еще живу. Так, дальше без меня. Давите, дети мои. Все сломали. Просто все сломали. Я починила прицел. Я и Т. Ну вот и домашка есть, как будто бы и потанковал. Ну, короче, этот танк будет очень сильно зависеть от того, против каких уровней ты попадаешь. Ну, прям очень сильно. Блин, ну чтоб Фокса дал. Нет! Танкам-то? И все. Но не едет он, и все.
У меня такое ощущение, что я примерно с одной скоростью. Я вот разгоняюсь до 20 километров. И потом еду примерно с одинаковой скоростью. Чуть-чуть ускоряясь. Ну чё, туры от рельефа? Да-да-да. Туры на ОБТ нужны, чтобы стрелять, когда нету ВНов. Помните же, да? Ага. Именно так. Тихо-тихо. О, а вот Авры — это идеальный кандидат на получение птуров. Кстати, в лицо прям. Да блин. Попади еще. Блин, не пробить я не хватает, чтобы ему в лицо закидывать. Жопа. И у Венов мне не хватает бронебойками нормально постреляться. Какой классный танк. О! Ну вот же. Нормальные снаряды. Летят. Вертухана. Да в смысле не пробили? Зеленый НЛД не пробили. Жесть. Спецэффектов прилетело челика. Че случилось? Сам? Вот они, птуры. Классные, классные. Очень полезные. Во всех ситуациях супер полезные. Ай-яй-яй-яй-яй. Их там двое? А, там Селиха как раз. Сказан. Так, ну вроде как сбили. Догоним, нет? Не пробили. А теперь КАЗ. Артиллерия меня пинает это время фугасами. Полный рост. Селиху я еще не догнал. Ни разу не пробил. Класс. Короче, давайте подведем итоги по поводу этой новой Т-64 БВ образца 17 года. Ну, весьма такой неоднозначный, конечно, танк. Короче, ну это реально 64-ку, которая там на 5 уровне, натянули на 7 уровень. Поэтому все соответствующие, все вытекающие из этого прелести, они как бы налицо. А именно ВЛД, зеленючее. И, по сути, этот танк спасает ДЗ. То есть без ДЗ это прям жесть против восьмерок. Это вообще все всегда вот так зеленое. ДЗ здесь, которая могет. То есть ДЗ здесь спасает этот танк, ну, гарантированно, конечно. Да, и да, это можно, мы тут искали, да, весь стрим фишки. Это фишка этого танка, ДЗ, которая танкует не только кумули, но и бронебойки под прямым углом.
И оно же тебя спасает, чтобы тебя совсем не в силуэт кидали тебе пробитием. Вот как бы что-то будет закрывать. Вот. Так, конечно, в целом танк так себе по броне. Ну и точно так же, в общем-то, против птуров. Ну, хотя вот так птуры, как будто бы в лоб. Ну прям нифига себе. Хотя, ну это тандемные птуры, здесь ДЗ уже плевать. На ДЗ. Хотя, кстати, корпус как будто бы лбом. Слушайте, ну птуры-то неплохо вроде как танкуют лбом. В борт все залетает под любыми углами. Дуплеты прям по маслу будут от восьмерок идти. В борт. А вот лоб, кстати, внезапно почему-то танкует. Подвижность. Что еще там? Перезарядка 6,8. Ну, пойдет. В принципе, здесь по номенклатуре снарядов. Ну, в итоге, да, все-таки, наверное, я вот так буду. И птуры, и кумули, и бронебойки, фугасы будут заменять птуры. Если кого-то добить. По идее, должно работать. Сразу по улучшениям, да. Что по улучшениям? Что здесь надо будет прокачивать? Я тут стоковый вариант катал. Вот как раз какие-то загадочные птуры, которые с 1000 пробоя и как будто бы должны неплохо залетать. Как будто. Но играть на чисто птурах, на ОБТ, это вообще жопа полная. Немного обзора и немного подвижности прибавится. Это приятно. Все-таки до максималки на 4 секунды быстрее будешь разгоняться. Это прям надо, потому что подвижность здесь, ну, вообще мертвый. Мертвый, падла, еле едет. Это вот с системой фильтрации масла, а так 6 с лишним, вообще бы не ехал. При этом убирать, менять какие-то ремки я не хочу, потому что он горит через раз. Огнетушитель нужен, две ремки по-любому. Приятное время прицеливания, поэтому сюда как раз вот третья ячейка, и можно поставить на выбор что-то. Защищенность – это отдельная боль. 2600 без Алисы – это 2600 хп. Это самое минимальное количество для ОБТ на этом уровне. Количество прочности. С Алисой 3000 – нормально. Вот как бы вот так уже чувствуешь себя ОБТ, ты хоть чуть подольше живешь. Потому что, блин, ну 2600 – это получил дуплет плюс пожар, до свидания. Или один выстрел какой-нибудь от бронебойки плюс дуплет залетает в борт тебе, и все. Тебя нету. Ну, обнаружение здесь внезапно 20% незаметности, кстати. 350 метров обзора. Так что ОБТ получился, ну, как бы реально, ну, что поделать. Его натягивали на 7 уровень, потому что, как бы, вроде 64-ка старая, но современная ДЗ, всякие улучшения. И 17-го года вариант, поэтому 7 уровень. Посмотрим в топе, еще обкатаем, конечно, в топе с этим. Другими птурами, но я думаю, сильно не поменяется. Картина в целом такая. Играешь против восьмерок? Больно. Играть нужно очень аккуратно. Тебя что бронебойками в лоб шьют, что как бы куча дуплетников, которые тебя хотят. Играешь против пятерок, шестерок, чувствуешь себя полноценным ОБТ. Играешь как обычно. В принципе, танкует довольно-таки хорошо в этом смысле. Из фишек ДЗ то самое. Мы его нащупали. И вот эти самые птуры, ну, типа, для птуров среди ОБТ, это, типа, самые топовые птуры. Хороший урон 760 и топовое, я так понимаю, пробитие 1000 мм. У других ОБТ таких птуров нету. И как бы, вроде как, ты должен играть с ними, но минус 3 УВНов, это жопа еще одна, кстати. И как бы для тех, кто думает, что вы птурами можете эти минус 3 как раз компенсировать, я уже на стриме проверял, нет. Нет. Ну хотя, опять же, да. Нет, если я буду стрелять в какой-то танк, который на дистанции в 500 метров, или там 400 метров, и я типа, ну, гарантированно птурами с такой дистанции, да, которые там успеют повернуть в него и завести. Но с другой стороны, нахрена мне за рельефом стоять на такой дистанции в противника стрелять? Ну, я уже вылезу, блин, и постреляю в него на ровной поверхности. Так что танк с кучей недостатков и с небольшими плюсами. Как-то так.